Фонд развития промышленности Башкортостана готов снизить ставку кредитования предприятий до 1% годовых. По словам директора фонда, сегодня льготная ставка составляет 5%. Однако определенные модели заимствования позволяют снизить ее до 3% и даже до 1%, сообщил Анвер Каримов телеканалу РБК Уфа. На субсидирование перспективных проектов республиканский бюджет выделяет фонду ежегодно 100 миллионов рублей. Напомню, с 2017-го наличие у регионов собственных фондов развития промышленности обязательное условие для привлечения средств аналогичного Федерального института господдержки. Причем у нас выгодная модель взаимодействия с российским фондом, когда они 70% финансируют, мы 30%. Общий объем софинансирования с нашей стороны достигает до 50%. При этом мы думаем, что эта политика со стороны государства будет продолжаться, поскольку средства возвратные, и вернувшись, они продолжают работать дальше уже с другими заявителями. По словам Анвера Каримова, в планах увеличить финансовые возможности фонда. Как вариант, рассмотреть возможность докапитализировать фонд могут и предприятия с целью дальнейшего финансирования собственных проектов.